В лучших традициях бизнес-издания «Автограф». Приятная атмосфера, живая музыка, фотозона, общение и новые знакомства. Не обошлось и без подарков от партнера мероприятия – компании «БКС Брокер». Приготовили как высокотехнологичные подарки, да, потому что мы себя позиционируем как передовой брокер, технологичный. Приготовили зарядные устройства портативные, переносные, очень мощные. Также приготовили, так мы все-таки инвестиционная компания, приготовили инвестиционную монету. «Хранители Алтая» – это фильм о людях, которые знают сакральный край немного больше, чем все остальные. И через них каждый зритель смог прикоснуться к тайне. Где бы мы ни находились, куда бы мы ни ездили, на самом деле мы ищем какие-то собственные, мы открываем себе какие-то собственные грани через новые места. И Алтай – это, на мой взгляд, самое подходящее место для того, чтобы проявить себя с разных сторон. Поэтому я еще раз благодарю организаторов за приглашение. Мероприятие, которое проводит «Автограф», я не в первый раз уже участвую в таких мероприятиях, в том числе и просмотр нового фильма. Мне всегда очень нравится, очень приятно, очень душевная атмосфера. Совсем скоро авторы фильма «Хранители Алтая» получат прокатное удостоверение. И уже осенью любой желающий сможет увидеть картину на больших экранах. Юлия Демидова, Андрей Печоркин. Наши новости.